Привет! Ни для кого не секрет, что в самое ближайшее время вступит в силу закон об ОСАГО, новые изменения закона об ОСАГО, где денежное возмещение уходит в небытие и появляется натуральное возмещение по ОСАГО. Что это означает для нас страховых брокеров, страховых агентов, как это повлияет на наши доходы, как это повлияет на наше будущее, об этом все мы будем говорить на ближайшем тренинге, который пройдет в среду в 20:00. Я тебя приглашаю туда, приходи. Если ты даже уже до этого ходил на мои бесплатные тренинги, окей, тебе повезло, в этот раз мы даем доступ бесплатно, приходи, пообщаемся. Почему? Потому что очень много нового, очень много интересного будет из-за этого закона. А на самом деле будет хаос, возникнет такой хаос, и как в нем разобраться, и как этот хаос возглавить, опять же, мы на тренинге поговорим. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Пока-пока.